Синоптики прогнозируют, что с сегодняшнего дня до 15 июля максимальная температура воздуха в Баку и на Авшонском полуострове составит 33-38 градусов, в некоторых местах повысится до плюс 40 градусов. По информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, завтра ожидается северо-западный ветер до 15-18 метров в секунду, местами до 20-23 метров. До 15 июля максимальная температура воздуха в некоторых районах Азербайджана составит плюс 34-39, местами до плюс 42 градусов.